Всем привет, продолжаем гулять по моему городу. Верейская, 23, доходный дом. Данные сайта City Walls. Архитекторы Густав Густавич фон Галли. Год постройки 1901-1902, доходный дом. В этом доме жили гражданский инженер Голубков с 1903 по 1906. С 1907 по 1911 гражданский инженер Радивановский. И в 1908-1915 писательница Пешкова Толиверова. Густав Густавич фон Галли, петербургский архитектор конца 19-го, начала 20-х веков. Писательница Александра Николаевна Пешкова Толиверова, урожденная Сусаколова, в первом браке Тюфяева, во втором Якобе, в третьем Пешкова, литературный псевдоним Толиверова. Русская детская писательница, журналист, публицист, издательница, редактор детского журнала «Игрушечка» и журнала «Женское дело». Общественная деятельница, близкая к революционерам-шестидесятникам, участница феминистского движения. Кстати, участница гарибальдийского движения в качестве сестры милосердия помогала раненым гарибальдийцам. В 1866 году по поручению Гарибальди освободила из римской тюрьмы его адъютанта Луиджи Кастеллаца, проникнув в тюремный замок под видом его невесты. За свой отчаянный поступок заслужила личную благодарность итальянского революционера. Напротив конюшни, через дорогу, в полуподвальном помещении дома номер 23, находился магазин, который местные жители называли «Керосинкой». В нем продавали керосин и прочие хозяйственные товары, а также брикеты из прессованного торфа, которые использовали вместо дров те, кто не имел возможности заготовить дрова. Как правило, это были семьи, оставшиеся после войны без мужчин. В том же доме, с другой стороны арки, на первом этаже находился цех трубочистных работ. К концу 50-х годов этой конюшни не стало, как и не стало керосинки и цеха трубочистных работ. Вот такие данные я нашел на сайте City Walls по дому номер 23, улица Верейская. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.